Друзья, всех приветствую! У нас сегодня очень интересный обзор топ-10 складных ножей на IDC на карман, на каждый день, чтобы максимально были удобными. Открывает 10-ю строчку новинка от Кешев, модель 1845. Такой небольшой, аккуратный ножик, бюджетный вариант на рукояти. Термопластик, сталь на клинке, 8 хром, глубокая клипса, что немаловажно. Лайнер, лок-замок и полуавтоматический механизм, который вылетает прям шикарно. Аккуратный и красивый. И заслуженное 10-е место. На 9-й строчке красавица UX, модель Split Join. Он идет без активного замка, то есть он закрывается просто под давлением. В каких-то странах запрещены лайнера, замки и так далее, поэтому, думаю, будет отличным вариантом, чтобы брать с собой на путешествие. Ну и на каждый день прекрасный вариант. Отличная железка 1428N на клинке, на рукояти такой комбинированный G10 с красивыми насечками. Аккуратный и красивый UX. 9-е место. На 8-й строчке у нас Кершов 1405. Такой яркий, аккуратный и красивый нож. Сталь на клинке, 8 хром. Рукоять здесь стальная, замок фреймлок, также полуавтомат, вылетает четко. Плюс, конечно же, глубокая клипса, что очень важно для EDC, чтобы удобно было на кармане и ножик не был виден. Вылетает он прям четко и в руке сидит отлично. Очень красивый и удобный ножик. И заслуженное 8-е место. 7-е место. Тонкий и элегантный. Из Серкити, модель 7097. Клинок из D2 стали, обработка Blackwash. На рукояти мраморный карбон. Смотрится прекрасно. Глубокая клипса, замок, лайнер-лок. И лайнера здесь бронзового цвета, что по итогу смотрится прекрасно. Аккуратный и красивый нож. На 6-й строчке у нас вот такой красавец из стали VG10. Аккуратный, красивый и не менее элегантный. На рукояти также карбон, лайнер лок и глубокая клипса. Ну, конечно, железка VG10, это уже уровень повыше. Итак, пятерку лучших у нас открывает Launch 8. Это прям такой современный итальянский стилет. Я бы его с удовольствием поставил на 3-е место, но здесь прям не хватает глубокой клипсы. Из-за этого он остался на 5-м. Но на IDC, на каждый день, это прям прекрасный представитель. Легкий, компактный и, конечно, такой мощный. Так, 4-е место. Кершов 2038. Прекрасный и красивый. Замок, Axis Lock, механика здесь прям вообще отличная. Вылетает он четко. Сталь на клинке D2. Очень красивый дизайн. Сделан прям... отлично. Ну, в лучших традициях Кершов. Такой полноразмерный рабочий EDC-шник. Так, тройку лидеров у нас открывает Launch 18. Это наша новиночка. Здесь, как всегда, как у всех, всей линейки Launch, прекрасная механика. Вылетает он четко. Поставили супер глубокую клипсу. Его очень не хватало. В варианте Launch 11, мне кажется, дизайн чем-то похож, но это прям новое, можно сразу понять, посмотрев их оба вместе. Красивый и максимально удобный нож на EDC, вообще, думаю, будет прекрасно. Второе место, как обычно, Кешев Синкевича, ему всегда не хватает материалов. Было бы здесь железка чуть поинтереснее, думаю, он не уходил бы с первого места. Очень удобный. Вот эта утопленная клипса прям прекрасно сидит в руке. Он, это прям самое то, кому нужен недорогой EDC вариант. Лайнер, лок, замок на рукояти G10, сталь, 8 хром. Супер удобный нож. Реально прям в руку берешь, отпускать не хочется. Даже здесь глубокая клипса не нужна, это прям это пушечка. Ну и, конечно, первое место. Надо понимать, что он будет дешевым, но здесь на клинке М390 порошковая сталь.
Это компания CityWing Knife. На рукояти мраморный карбон. Здесь я титан. Керамические подшипники, лайнер лок, замок. Прекрасная механика и супер просто идеальный и красивый дизайн на EDC, на карман. Сам пользуюсь и всем советую. Это лучший нож на EDC. Но здесь ценник, конечно же, будет выше, чем любого другого. Пока что все варианты в наличии. Жду заказов.